Они несут людям яйца и делают это хорошо. В Алтайкрайстате подсчитали, насколько увеличилось производство именно в этом компоненте. 562 тысячи яиц произвели в Алтайском крае с января по июнь этого года. Это на 7% больше, чем за аналогичный период 2015-го. Наибольший прирост обеспечили сельхозорганизации региона. Они произвели около 70% от общего объема яиц. Это около 380 тысяч. Остальные 30% собрали хозяйства и фермы региона. Напомним, сейчас в стране проходит всероссийская сельскохозяйственная перепись. Ее результаты покажут, какое поголовье несущих кур есть в Алтайском крае и будет ли в регионе прирост в производстве яиц в ближайшие годы.